Помогу родному Дагестану, всем близким и родственникам погибших, сил вам. Я всегда помогал, как заслуженный врач Дагестана, как вел программы по телевидению в Дагестане после первой и второй чеченской кампании. Научитесь управлять собой, научитесь снимать стресс. Да, и республика меня знает. Поэтому сейчас очень важно, сохраняя силу духа, помнить, что мы вместе, мы все вместе, а Дагестан славится именно силой духа и большое количество даже коренных национальностей всегда умеет быть вместе. Это как раз-таки и есть большой пример и урок для всего мира, как можно быть по-человечески огромной силой, взаимотворчества, взаимосотрудничества и поэтому долголетия. А теперь, друзья, надо, чтобы кто-то похлопотал, поскольку это интернет, и создал эту возможность, донесли до президента Республики Дагестан, создал возможность, чтобы я провел бесплатный ликбез для моих земляков, как всегда это делал многие годы. Будьте здоровы, друзья.